С 1 ноября вступил в силу приказ Министерства финансов, согласно которому у Владивостокской таможни расширяется компетенция по оформлению автомобилей физических лиц на весь Дальневосточный регион. Теперь таможенный орган не будет требовать у дальневосточников документы о подтверждении проживания или присутствии в регионе деятельности таможенных постов Владивостокской таможни. Ранее для растаможки авто требовалась обязательная регистрация именно в Приморском крае. Пока это можно охарактеризовать как хаос. То есть брокеры говорят следующее. Таможня отказывается оформлять машины без личного присутствия физлиц, без личного присутствия людей, которые являются в коносаменте прописаны, являются получателями машин, если у них прописка находится за пределами ДВФО, Дальневосточного федерального округа. По словам Юрия, в настоящее время покупатели находятся в панике. Никто не знает, когда им придется вылетать во Владивосток, чтобы забрать свою прибывшую иномарку. Однако выход в этой ситуации нашли. Пока просто люди идут самым простым путем, меняют в коносаментах получателей на местных физиков ДВФО и все делают, как делали раньше. Порядок оформления автомобиля останется прежним. Необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле и оплатить таможенные платежи. Кстати, Юрий отметил, что у дальневосточников популярностью пользуются японские автомобили, а вот корейские привлекают внимание жителей Центральной России. Центральная Россия в основном берет левый руль автомобилей из Кореи. BMW, немецкие машины, Майбахи, Бентли туда дорогущие берут машины. Все это идет Москва, Питер, Центральная Россия. Японские машины очень мало идут на центральные регионы у нас. Все-таки японские остаются на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что о поправках в закон было известно уже давно, однако спрос на привоз авто не упал до сих пор. Более полугода жители со всей России закупаются японскими и корейскими автомобилями, которые приходят в порт Владивостока. Беспробежные иномарки заполнили не только стоянки порта, но и города. Олег Завьялов, Анастасия Полетаева, Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.